На площадке Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная столетию со дня рождения доктора педагогических наук, известного ученого и методиста Лии Шакировой. Все подробности далее. Лия Шакирова окончила Башкирский государственный педагогический институт, затем поступила в Академию педагогических наук и после защиты кандидатской диссертации посвятила всю свою жизнь работе в Казанском университете. Она на протяжении многих лет возглавляла кафедру русского языка и методики его преподавания. Под руководством Лии Закировны защитили кандидатские диссертации около 20 человек, и при ее научном консультировании также были защищены 3 докторские диссертации. Сегодня ученики Лии Шакировой продолжают начатое ею дело – подготовку специалистов в области изучения и преподавания русского и татарского языков. Соответственно, проблемы их преподавания, в том числе и иностранных языков, обсудили на конференции. Наша конференция проходит в смешанном формате, то есть часть участников принимает очное участие, а часть наших коллег в дистанционном формате. Сегодня на конференции выступят ее дочь, а также коллеги, ученики. Конференция завершится 17 февраля. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.